А мы двигаемся дальше, предлагаем вашему вниманию вот эти прекрасные контейнеры под названием «Свежесть» с вакуумным насосом в комплекте. Дорогие друзья, это три прекрасных контейнера. Сейчас я обязательно расскажу, что они из себя представляют. Итак, это три контейнера. Помимо того, что, Оля, я тебе говорю, и нашим тебе, это термостойкие. Они еще и держат температуру минус 30 градусов, дорогие друзья. Плюс 250 выдерживают, можно отправлять в космос, можно выпекать, можно отправлять на Луну и отправлять на Северный полюс, потому что минус 30 они выдерживают. Правильно я понимаю, что с этими контейнерами мы храним, выпекаем и замораживаем. Совершенно три в одном. Совершенно верно. Храним, замораживаем и, конечно же, запекаем. Итак, друзья, первым делом давайте с вами обратим внимание на цену премьеры 990 рублей, а вторым на компактность. Я всегда на это сразу обращаю внимание, где вы будете хранить. Вот, посмотрите, очень компактный набор, ну и, конечно же, крышки, они настолько же компактные, и насос в комплекте. Да, конечно же, но насос идет в комплекте. Во-первых, прекрасно, конечно же, здесь силиконовая вставка. Раз здесь заострили внимание, давайте подержим еще. Давай, вот она, силиконовая вставка, которая можно мыть и в посудомоечной машине, эти крышки. И, конечно же, дорогие друзья, можно что хотите делать. Нам задали вопрос, как это работает. Как это работает? Посмотрите, у меня сейчас салат. Начнем с него. Вы хотите его хранить. Смотрите, зеленый салат. Только что я достал с холодильника. Закрывайте, отодвигаю, чтобы было видно, что это зеленый. Смотрите, я беру, выкачиваю кислород. Здесь нет... Ой, она прогнулась прям. Да. Посмотрите, она прогибается. Что это значит? Мы выкачиваем воздух, значит, там нет бактерий, нет доступа к кислороду. Как нам это открыть? Мы берем вот этот клапан, посмотрите, выкачиваем, еще раз открываем и открываем. У нас салат остается долго-долго таким красивым. Слушай, ну это здорово. А, допустим, если мы можем, ты говоришь, замораживать, то есть я могу замороживать. Ну вот давай пример. Совершенно верно. В качестве доказательства, дорогие друзья, я сейчас только что это отправлял в морозилку. Вот посмотрите, может быть, нашим телезрителям не видно, но я выворачиваю. Посмотрите. Ах, примерзло. Вы видите, лед. Настоящий лед, но с нашей посудой ничего не произошло, потому что здесь примерзло, а рыба и лед. Итак, друзья, 990 рублей. Вы видели скидку? Кстати, скидка 400 рублей, друзья. Это практически 30%. Это очень выгодно на сегодняшний день. А я точно беру.